Всем привет! Хочу поделиться небольшим секретом. Игра Book of Ra. Вот на системе Чемпион Казино. Значит, вот мы видим меню игрового автомата. Вот кнопочка Cash Out. Собрать деньги. Select Game. Выбрать игру. Info. Вот таблица выигрышей. Вот наш секретный символ. Данный секрет заключается в том, чтобы поймать бонусные крутки на игре Book of Ra по максимально выгодной для нас ставке. Значит, бонус выпадает предположительно раз в 50-150 круток. Вот символы мужчины в шляпе, назовем его искатель приключений, дадут нам, скажем так, знак о том, что мы должны поднимать ставку. Два символа искателя приключений в активную линию говорят о том, что в районе там 20-30 круток в 80% случаев попадаются бонусные комбинации. Бонусная комбинация — это три книжки на экране. Вот. И мы получаем 10 бесплатных круток. Вот. Значит, начнем. Начнем. Вот меню нашего. Вот кнопочки. Убираем количество линий. Будем играть по всем 9 линиям. Ну, тоже советую и вам. Вот, потому что символы должны попасться именно в активную линию. И ставки. Вот мы можем ставку повышать кнопкой Bet1, либо кнопка MaxBet. Начнем игру по минимальной ставке. 9 линий и умножение 1 на каждую линию. Начинаем вращать барабаны. Вот, вот ловим какие-то комбинации. Вот, ну, не обращая на них особо внимания, потому что мы должны внимательно следить за процессом игры, чтобы не пропустить наши секретные символы. Напоминаю, что это два символа искателя приключений в активную линию. Ждем. Ждем, вращаем. Данный секрет работает на системе Чемпион. Вот другие системы, ну, не получалось у меня, по крайней мере, может у вас получится вот выиграть таким вот образом. Системы, которые работают в бесплатном каком-то онлайн режиме, ну, я их во внимание не беру, потому что это, ну, не серьезные игровые системы, которые предназначены для того, чтобы каким-то образом завлечь, привлечь, увлечь. То есть там совершенно другие идут системы выигрышей. Как правило, все они дают, ну, неоправданно высокие выигрыши, чего мы не получаем в реальной игре, на реальные кредиты. Вот. Ждем, ждем наши символы. Вращая барабаны. Нет, это не одно. Вот один есть, но один нам не подходит. Нужно два. Нужно два. Если вы видите, я не пользуюсь риск игрой, умножение красное, черное, ну, потому что в данной стратегии это нам не принесет никакого результата. Вы можете попробовать, если... О, вот, вот, видите, вот попались в активную линию,
два наши секретных символа искателя приключений. Забираем кредиты и теперь поднимем ставку. Ставку поднимать мы не будем до максимальной. Мы вот среднюю ставку поставим 135 кредитов на игру. И ждем. Ждем. Теперь по идее нам в районе там, 30 круток должен попасться бонус. Я надеюсь, что так оно и будет. Вот. Вы можете ставку поднимать выше, чем я, либо ниже, то есть, но вы всегда должны следить, чтобы у вас хватало кредитов для того, чтобы пройти полностью все, скажем так, уровни и дойти до нашего долгожданного бонуса. Вот, который, ну, я надеюсь, что мы его поймаем, и он принесет нам какое-то вознаграждение финансовое. Вот, мы начинали, у нас было 16 тысяч кредитов, вот, сейчас, ну, пока что мы, вы можете видеть, что пока что мы проигрываем системе, но искренне верю, что настанет тот переломный момент, который поможет нам эту систему все-таки каким-то образом заставить работать на нас. Вот. Ну, пока что не получается. Вот по две книжечки нам выпадает, но долгожданного бонуса нету. Вот мы видим. Неплохая комбинация, мы заработали 675 кредитов, вот практически вернули то, с чего начинали, но это не то, ради чего мы все это делаем. Нам нужен бонус. Нам нужен бонус. И мы будем стараться его поймать. Так, есть, смотрим дальше. Вот. А, две есть, но для бонуса нужно три. Вот. Но комбинация довольно-таки неплохая, что позволило нам практически вернуть все потраченные на игру кредиты. Вот еще потихонечку мы отыгрываемся, и скоро должен быть бонус. Вот две книжечки уже начинает кидать. Это хороший знак. Вот мы уже даже на 185 кредитов. О, вот наш долгожданный бонус, с чего начинали, вот на том и поймали. То есть мы, играя на данной стратегии, ну, ничего не проиграли. Вот, но сам бонус, он в любом случае принесет нам какой-то доход. Повлиять каким-то образом на результат этого бонуса мы не можем. Вот нажимаем старт, смотрим, что же нам попадется. Попались нам символ искателя приключений. Как правило, если попадается символ с высоким коэффициентом выплат, то они попадаются очень редко. На что мы и видим, вот два, всего лишь по два символа нам бросает. Вот 3-4, это был бы, можно сказать, джекпот. Вот, но в любом случае, вот у нас уже 2670, вот еще чуть-чуть добавит. Вот 4000 кредитов мы заработали за 5 круток, не потратив при этом ни копейки своей. Вот, видите, нам все вернулось.
Не факт, что так же будет и у вас, но в данном случае нам, я считаю, повезло. Стратегия работает. Осталось нам две крутки. Возможно, даже будет бонус в бонусе, но хочется в это верить. Вот. Чуть-чуть еще нам добавят. И последняя крутка. Более-менее. То есть получилось нам заработать 6720 кредитов на данной стратегии. Вот я считаю, что это неплохой вариант. Забираем наши кредиты. Вот, и видим, что мы начинали с 16 тысяч, сейчас 22. Ну, после этого я советую нажать кнопку выплата, забрать свои деньги и немножко отдохнуть. Спасибо.